Подарок своим коллегам пожарной охране приготовили сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества. Яркое представление с танцами и песнями состоялось в детском саду «Золотой петушок». Если кто-то в лес пошел и не затушим костер, 0-1 мы наберем и пожарных позовем. Мы приехали показать вам пожарную технику. Вы познакомитесь с работниками пожарной охраны. Мы работаем, работники ВДПО, совместно с пожарной охраной. Мы предупреждаем и тушим пожары точно так же, как и пожарная охрана. У вас впереди целое будущее. Кто его знает, может быть, кто-то и будет в дальнейшем возьмет такую профессию отважную, как добровольный пожарный или же профессиональный пожарный. В обмен на веселый концерт сотрудники пожарной охраны устроили мастер-класс для воспитанников детского сада и позволили самым смелым прокатиться на пожарной машине. Вот таким образом можно поливать деревья и кусты, но самое главное предназначение этого инструмента, этого автомобиля – для тушения пожаров. В завершении праздника заведующая детским садом Наталья Владимировна Скобелева поздравила доблестных пожарных с профессиональным праздником, а воспитанники детского сада преподнесли подарок, изготовленный собственными руками. Мне очень хочется пожелать успехов в вашем нелегком труде. Я желаю вам, чтобы вы всегда с огромным удовольствием шли на работу и с еще большим удовольствием возвращались домой, зная о том, что вас любят, ждут всегда дома и ценят. С праздником вас! Спасибо огромное!